Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу сделать видео, такой небольшой обзор. 4 месяца мои орхидеи живут в открытой системе. Сегодня я хочу рассказать, как они себя чувствуют спустя это время, как я за ними ухаживала и какие у них результаты. Начну с первой орхидеи, которую я показывала в видео 2 месяца спустя открытая система. Эта орхидея продолжает цвести, доращивает цветонос, но посмотрите, что у нее происходит с корнями. Я ставлю ссылочку на предыдущее видеообзор этой орхидеи. Я говорила от того, что вот этой густой части шеи я жду корешков. И вот посмотрите, сколько их сейчас растет. Есть подлиннее, покороче. Эти корешки все выросли у меня в вазе уже. И на момент, когда я показывала эту орхидею 2 месяца в открытой системе, были зачатки некоторых корешков. За эти 2 месяца она еще новые корни пустила и продлила рост старых корней. Я рассказывала о том, что я хочу вот эту нижнюю часть шеи некрасивую подрезать, но пока я еще это не делаю, потому что я считаю, что вот этой корневой, которая наросла, мало для поддержания растения. Еще она вот растит новый листочек. Ну и я уже говорила, она собирается продолжить свое цветение. Следующая умница-красавица – это вот эта темная прелесть, которая, я тоже ее показывала в своих видео. Я ее показывала с масюсеньким отросточком цветоноса, чуть больше. И вот сегодня раскрылся ее первый цветочек. Вот, она доращивает корни. У нее много раскукленных корней, просто это орхидея. Вот корешочек. Только вот я слила с нее водичку, поэтому темновато она выглядит. Она растит новый лист, ну и 2 цветоноса со старого отрастила. Вот она, красотуля какая. Еще хочу показать вам экспериментальную орхидею. Если опять-таки помните, ну я ссылочки на видео, в которых я показывала орхидеи, вот эти, которые использую сегодня, я повставляю в описание. Но если помните, вот эту орхидею я приобретала. И после нечаянного, скажем так, эксперимента, что я начала удобрять свою орхидею сразу покупки, вот эту орхидею я осознанно уже давала ей, вносила удобрения с первого же дня. Ну вот как она выглядит. Она раскрыла все бутоны, которые были. И, ну, не понять еще, но вроде бы она доращивает цветонос. Вот как выглядит ее корневая. Вот здесь один масюсенький отрезочек корешка сухой, но это именно отрезочек, потому что дальше идет корень, который растущий. Не очень хорошо видно, вот этот корешок, он растущий. Но у нее немного растущих корней, но тем не менее они есть. Все корни живые, здоровые, листья тоже в отличном состоянии. Вот это сломанный, он был сломанный, я приобретала ее со сломанным листочком. Отличный тургор у листьев. Все у нее хорошо. Я рассказывала, что такой эксперимент я больше ставить не буду, и это действительно так, но просто если удобрения вносятся в небольшом, в нужном именно орхидеи количестве,
регулярно, при каждом поливе ничего плохого с растением не происходит. Не сбрасывает она ни бутоны, ничего. Просто удобрение должно быть подобрано правильно и грамотно. Как я рассказывала ранее, для цветущих орхидей я применяю удобрение с формулой 20-20-20, то есть сбалансированное удобрение. Формула может быть разная, процентное соотношение должно оставаться. То есть азот, фосфор и калий в равных пропорциях, просто будет разная дозировка. Потому что если я свое удобрение 20-20-20 вношу пол грамма на литр воды, то если будет, допустим, формула 666, естественно, я буду вносить такое удобрение 1 грамм на литр воды или же как укажет производитель. Полив у меня этих орхидей такой же самый, как он и был. Я рассказывала, что весной изменился у меня полив, потому что изменилась влажность, я отключила отопление, влажность повысилась в доме. Плюс есть еще такой фактор, заведущие очи и загребущие руки. Я продолжаю покупать орхидеи. И, соответственно, место не резиновое, я их уплотняю. И, соответственно, тоже, чем более тесно расположены растения, влажность выше. Поэтому полив у меня поменялся весной, и вот он остается по сей день такой же. То есть я на 1-2 дня, в зависимости от корневой, заливаю водичку, 2-3 дня она у меня просыхает. Единственное отличие, которое у меня появилось, это когда я заливаю по листья воду при поливе, которые я там стараюсь чередовать через полив, я заливаю водичкой не с удобрением, а простой водой, и это происходит не потому, что удобрение как-то плохо влияло, оно хорошо влияло, все росло, цвело. Но, повторюсь, количество растений увеличилось, ставить по всему дому бутылки с удобрениями мне не очень удобно, а в отделении, где хранятся бутыли с удобрением, у меня помещается только 6 бутылок. Поэтому из-за нехватки жидкости я поливаю их обычной водой из-под крана. Сразу хочу предупредить вопросы, что за бутылки с удобрениями. Я использую, стараюсь, по крайней мере, использовать профессиональные удобрения. Я к ним просто, это мое личное субъективное мнение, но я к ним отношусь лучше, потому что там идет именно удобрение. В жидком виде удобрения, которое в бутылочках продается, очень часто используются различные добавки в виде стимуляторов. Я не очень хорошо к ним отношусь, я не хочу стимулировать свои растения, потому что по моим наблюдениям, стимуляторы только губят растения. Ничего хорошего они не дают орхидеи. Так вот, профессиональное удобрение по рекомендации производителя перед употреблением нужно настоять минимум 2 часа. Но 2 часа мне не очень удобно, поэтому я с вечера делаю это удобрение, заливаю водой, и вот утром у меня полив. Поэтому бутылки я использую. В одном видео, по-моему, я даже показывала эти бутылки свои. Продолжим. Вот эта орхидея, я ее точно показывала, это пластиковая кукла. Не помню точно, в каком видео, поищу и тоже вставлю ссылочку на нее. Вот эта красотка решила у меня цвести. Вот так шикарно выглядят ее цветы. Пытаюсь поймать, показать поближе, потому что они отличаются от многих орхидей и формой, и цветом. Они такого чернильного, темно-темно-чернильного цвета, с беленькой масюсенькой точечкой посерединке и белой бахромой. Белой, именно белоснежной бахромой. Так вот,
Эта красавица стояла-стояла, листьев немного, корней вообще там практически не было. Ну вот она решила порадовать своим цветением. И только буквально неделю назад я заметила рост, совсем малюсенький, рост ее корешочка. Ну, вот такой у нее цикл генетический. С листочками все хорошо, но нового листочка я там пока не вижу. Поэтому она цветет, и вот во время цветения начала наращивать корешочки. Еще раз хочу вам ее показать, потому что она этого заслуживает. Немножко трясется в кадре, но это красота. Орхидея апельсинка. У меня даже есть плейлист, посвященный этой красавице. Она очень вкусно пахнет. Обалденный аромат. Запах передавать, пересказывать словами не буду, потому что я не парфюмер. И каждый слышит запах немножечко по-своему, но пахнет очень-очень вкусно. Эта орхидейка сбросила несколько цветочков. Я знаю, почему она сбросила, потому что я ее поставила в самое темное место. Цветущая орхидея с бутонами, достаточно светлыми листьями, ну и поставила на самую нижнюю темную полку. Почему? Ну, потому что она там красиво выглядела. Ну, через 2 дня я опомнилась, переставила, цветопад прекратился и пошло наращивание бутончиков. Вот на этой веточке уже большой достаточно бутон. Здесь, где ты, вот ты. Здесь мы только собираемся доращивать. Ой. Ну и на этих веточках вот. И вот, что-то у меня сегодня с фокусом совсем плохо. Ну вот так выглядят цветы этой орхидеи. Что у нас с корешками здесь? Корешки растут. Вот видно здесь, вот он был, этот корень закупленный. Это пошел рост. Вот это вот тоже от вот этого черного места тоже пошел рост. Ну, здесь полностью по всему периметру идет рост. Нижних корешочков роста нет, но я его там особо и не жду, потому что я думаю, это старые корни. И меняя содержание, естественно, они уйдут первыми. Но достаточное количество, вот здесь есть корешочки новые, достаточное количество корней здесь растет, красивые, толстые. Растению все нравится, значит, нравится и мне. А возможно, эти корни тоже просто немножко позже раскуплятся и пойдут расти. Такое тоже бывает. Хочу показать еще одну орхидею, которая меня безумно радует своими результатами. Это Лекофантастик. Я ее тоже показывала. Если найду фото, я вставлю фото до и сейчас. Не найду, значит, просто вставлю ссылочку на видео, где я показывала эту орхидею. Там, где были одни ниточки здесь, вообще ни корней, ничего в ней не было. Цветоносы эти я оставила, как всегда я оставляю, ну, срезанные, я имею в виду цветоносы, как всегда я оставляю для того, чтобы формировать новые цветоносы. И вот что сейчас она делает. Вот покажу поближе. Это новый цветонос из пазухи. Это новый цветонос из пазухи. Вот цветоносик на срезанном цветоносе. Она начала рост листика, где я потерялась, рост вот этого листика. Корешочки. Вот. Все растет. Каждый корешочек у нее раскупленный. Вот эту шейку черную я пока не подрезаю по той же причине, что и у банановой панды. Потому что вот этих, которые наросли корешков, их мало будет, чтобы поддерживать растения. Она со временем сама их отсушит, они уйдут, не буду вмешиваться в их жизненный цикл. Так что вот такая красота здесь, со всех сторон корни, очень меня
радует эта орхидея своими результатами. Так эта орхидея выглядела 1,5 месяца назад. Вот это, я не знаю, как она называется, эта орхидея, а-ля сакура. Вот с ней просто ничего вообще не происходит. Она как цвела, так и цветет, пооткрывала все бутоны, которые на тот момент были, ничего не сбрасывала, корни красивые, зеленые, но нового роста практически нет, поэтому нет даже смысла показывать поближе. Вот, они зеленые, все живые, но вот они не в активной стадии роста. Листочки тоже все, которые были, так и есть. Ничего нового пока нет. Тургор отличный, но она цветет. И уже достаточно продолжительное время это цветение. Поэтому вот так тоже бывает. Еще хотела показать вам вот этих, ну и не 2, и не 4 месяца, конечно, они у меня в открытой системе, но я показывала этих манюнечек, этих бедолаг моих, которые пришли с гнилой шеей, малыши во мхе азиатские, по красному следу от обработки вы ни с чем не перепутаете эти орхидеи, и вот их результаты. Моему счастью не было предела, когда я увидела, что идет малюсенький вот этот листочек. Здесь у нее остался, по сути, один вот этот лист. И вот этот, который он тоже начал желтеть, он и сейчас остановился на том же уровне желтизны. Его нужно было снять, но я не сняла, потому что вообще ничего не оставалось. Ну и сейчас пока еще трогать не буду. И когда вот появилась вот эта прелесть, вот это сантиметровое счастье, это, конечно, да. Ну и вот отросточек маленький, не могу показать. После полива не совсем, конечно, удачная идея была снимать видео. Но вот этот малюсенький растущий корешочек от старого корня. И вот это от стебля. Вот он, красавчик. Это вторая. Здесь ситуация была получше. Вот какой у нас лист растет. Он уже достаточно догоняет предыдущий лист по своему размеру. Корешочки вот везде растут. И появился тоже новый корешочек от стебля. Так что правильно я все сделала. Несмотря на то, что было холодно, я, как всегда, их сразу же в день покупки вытащила из мха, увидела проблему, обработала. И вот такой результат я получила. Думаю, что если бы я не увидела, а визуально, как бы, вы знаете, что азиатские малыши, как правило, достаточно глубокая посадка, и визуально, вот сразу, ну и процесс этот желтения, гниения происходит быстро, но визуально сразу я не увидела, что у них проблема вот настолько серьезная. Я это увидела только, когда их извлекла из этого махового гнездышка. Вовремя, получается, я их обработать смогла благодаря этому. И вот сейчас они меня радуют. Вообще, в принципе, всем абсолютно моим растениям вот такое содержание без грунта очень подошло, нравится. Пока, по крайней мере, ну, зарекаться нельзя, но на данный момент у меня и мыслей нет менять содержание. Оно подходит и мне, и моим растениям. Если же мне нужно уехать на достаточно длительное время, у меня был успешный эксперимент с глиняными шариками. У меня есть, наверное, 2 или 3 видео, где я показываю,
где орхидея у меня на глиняных шариках этих, там с поливом все намного проще, потому что он намного реже. В среднем я такие растения поливаю раз в 10 дней, но если увеличить высоту шариков и залить водичку полностью вровень шариков, они могут еще более длительный период находиться без полива. Орхидеи, которые я принесла показать вам сегодня, как-то так упустила момент, с шариками никого не принесла. Но вот эти орхидеи я поливаю, как уже говорила, по-прежнему. Они день-два у меня находятся в водичке, 2-3 дня просушка, некоторые даже 4 дня сохнут. Ну, я здесь корректирую, чтобы у меня полив был в один день, так как растений много и не очень удобно. Поэтому я корректирую, кто-то у меня день в воде 3 сохнет, кто-то 2 в воде 2 сохнет. Но опять-таки, повторюсь, не привязывайтесь к срокам содержания в воде, нахождения орхидеи в воде, которая у меня лично в моих условиях и которая у вас. У кого-то это может быть всего лишь час и 3 дня она будет сохнуть. Вот такой простой, легкий уход с вот такими вот результатами у меня получился к 4-месячному сроку. Всем хорошего, спокойного дня. До встречи на канале. До свидания.